Добрий вечір. Це вечірній Чернігів на телеканалі Новий Чернігів. Як завжди, в прямому ефірі про найактуальніше і найцікавіше. Не забувайте також бути активними у соціальних мережах, у Фейсбуці, адже ну сьогодні буде про що писати. Це 100%. Ти знаєш, Діма, весь світ уже відсвяткував прихід 2020 року, хоча насправді цей рік настає у нас 25 січня. Ну це за версією, по-моєму, тільки китайців, але їх багато. Так, місячного календаря будемо так говорити. Саме про це ми сьогодні будемо говорити з астропсихологом, засновницею Академії жіночої досконалості Афродіта у місті Чернігові Аллою Антоновою. Вітаємо вас в нашій студії. Давно не бачилися з вами, тому дуже приємно вас бачити. І скажіть нам, будь ласка, відразу таке, знаєте, запитання, як же ви відсвяткували Новий рік? Я, звісно, прекрасно в колі своєї родини відсвяткувала, але все одно ми, як астрологи, прекрасно знаємо, що у нас наступає Новий год не один раз. Звісно ж, соціальний Новий год наступає з 31 на 1 января. Ми можемо загадувати бажання, це дуже хороший період, тому що з 24 декабря по 7 января відкриті небеса, тому бажання, які ми загадували, обов'язково збудуться. А саме головне, щоб вони були істинні. Наступне, можливо, загадувати бажання, це наступає, звісно, сьогодні ночі. Іменно в 23 часа 42 минути наступає китайський Новий год. Так, ще раз, я записую зараз, так, 23. Цей час потрібно загадувати бажання. Да. Хвилини, нагадайте, я записую, 23. 20... Щоб не пропустили ми з Дімою, на день Боже. 23 часа, 42 минути наступає іменно китайський Новий так, год. Так, будильник заведемо. Да. Навряд чи ми будемо спати в цей момент. Чим дуже хорошо для нас, пускай ми навіть не китайці, але все одно чим полезен. Тим, що якщо ми загадали бажання, мы что-то хотим откорректировать, вот как раз самое время откорректировать желание. Но мы на этом не останавливаемся, потому что настоящий астрологический Новый год наступает именно 21 марта. Это действительно наступает настоящий Новый год. Почему так? По поверьям считается, что именно в марте месяце, потому что это как раз равноденствие, наступает момент, когда все нужно садить, все действительно нужно начинать. И вот именно не зимой это все нужно начинать, а начинать новые проекты, новые задумы именно с 21 марта. Поэтому опять же мы можем планировать, опять же мы можем корректировать наши желания. Поняла. У меня такое запитание. Знаете, дуже багато людей, власне, не можуть правильно сформулювати своє бажання, аби воно здійснилося. Я знаю, що якісь слова не можна вживати. Там, наприклад, я хочу, аби там щось трапилось. Да? Там, дайте мені. Є такі слова. Да? Я правильно все кажу? Я просто прочитала. Я прочитала це в інтернеті, там та, кажуть так. В общем-то, нужно действительно правильно загадывать свои желания. Почему? Потому что как вы загадаете, так вы это и получите. Очень часто бывает, мы что-то хотим, в результате мы это получаем, комфортно нам, но некомфортно родным и близким. И вот это самое главное, потому что мы потом осознаем, что где-то что-то мы не так допустили. Поэтому в психологии есть определенные как бы фишки, могу так сказать, как нужно правильно загадывать. То есть всегда мы выражаем намерение. То есть мы хотим с позиции намерения. А намерение — это есть наша внутренняя сила. И в конце, когда мы загадали желание, мы обязательно должны сказать, максимально комфортно и благоприятно для меня и для моих родных и близких, можно даже перечислить. Можно даже сказать для всей Вселенной и там работы или чего там угодно. Да? Тогда только действительно, если это желание искреннее и будет комфортно для всех, тогда оно сбудется для нас. І, звісно, буде комфортно не тільки для мене, але й родних і близьких. Ну, наприклад, якщо людина мріє подорожувати весь цей час, то як потрібно їй це бажання загадати? Давайте от скажемо, я хочу, не можна. Я хочу, ну это хорошо, что вы хотите, но хотеть не вредно, как говорится, да? Вот. Треба як думати. Да, я выражаю намерение в этом году много путешествовать, там, туда, туда и туда. То есть конкретно я выражаю. Конкретно треба сказати, бо будеш потім подорожувати від квартири до роботи і назад. Або до іншої квартири. Чи знаєш, як при Радянському Союзі, по етапу, да, там багато було місць. Давай уже без цього всього. Да. Так, отже, 2020 рік, взагалі, яким він буде для нашої країни?
Можете сказати? Конечно. Конечно, уже наступает, можно сказать, практически наступил год металлической крысы. И вот я немножко остановлюсь, углублюсь вот в эту тему, тематику, потому что каждое слово несет что-то, какой-то подсмысл. Белая крыса – это символ доброты, символ чистоты, искренности. Поэтому люди, которые имеют эти качества, обязательно будут сопутствовать удача. Но так как металлическая крыса, а металл мы знаем, что это определенная сила. В астрологии металл связан с планетой Марс. Марс – это активность, инициативность, это упорство, это решительность. Это, конечно же, одни из качеств, которые мы должны иметь. Это практичность, надежность, уверенность и порядочность. И если люди имеют эти качества, то любые проекты будут по силу, даже если планеты не так выстроились для кого-то. Понимаете, как самое главное – не бояться препятствий, просто двигаться, потому что обычно всегда, когда что-либо мы начинаем все хорошо, потом какие-то трудности, но за трудностями, оказывается, открываются новые возможности, и люди, которые упорно доходят до конца, получают приз, как всегда. У мене по кольору питання. Металеве. Я думав, що це таке сіреньке щось. А що воно більш біле чи якого кольору? Ну, сіре, біле, теж так вважається. Ну, як би сіре з білим, ну, совмістимо, тому що біле – це оттінок теж сірого своєго роду. Тому що, взагалі, в білому світі всі цвіта, і в чорному теж. Ну, якщо ми будемо смішувати краски, то сірий цвіт вийде, в першу чергу, від білого. Тому що сіре і біле – вони близькі тона. Так, у нас є оцей час, 23:42, я все записав. Да. Чи треба бути якось спеціально одягненим в цей момент, якісь атрибути, я не знаю. Ну, ми звикли, що там шампанське, ну, там, 0000 з першого, можеш там, 31-го. Так, тобто, чи має бути якось, ну, спеціально вдягнене? Наприклад, китайці, я знаю, що в червоному обов'язково там зустрічають. Як да. нам? Ну, от, смотрите, красний цвіт, он символ активності любой. А поэтому вони стараються встречати в красному цвіті, щоб притягувало все, що вони загадали, да? Но на самом деле сила наших желаний не зависит, в чем мы одеты, что мы поставим на стол, как мы будем встречать. Здесь самое главное, мы можем лежать просто на диване или на кровати, усыпая, произнести наше желание максимально комфортно и благоприятно, да? Наше желание обязательно сбудется. Почему вот такой вот подхід мені подобається. Да. Так воно таки буде відбуватися. Ти губи не стирай про всяк випадок. Червоно в червоно. Да, червоно, червоно, да. Просто понимаете, как вот то, что придумывают там цвета, какие одевать, либо как что ставить на стол, либо как украшать елку. Такие это забобоны, да? Это маркетолог. Да, это для того, действительно, это так и есть. Потому что, в общем-то, людей нам нужно развлекать, и люди развлекаются. Тем самым они инвестируют в какие-то свои развлечения, выгодно всем. Самое главное, что идет движение денег. Так, теперь настанет цей уже 2020 рік. Тут у нас цифры повторяются. Це рік високосний. В интернете я читав там стільки всього, що розібратися тяжко. Взагалі, цей рік дуже довго ми чекали. Таке, ну, знаєте, 2020, таке миле число. Одним подобається, інші говорять про те, що навпаки, це високосний рік, все буде погано, це зовсім все не так. Який же він все-таки? Він позитивний чи негативний? Да, я немножко сейчас остановлюсь на этом. Смотрите, именно то, что он высокосный, это связано с тем, что наше солнышко двигается символически 1 градус в день. Ну, солнце, которое перемещается по знакам зодиака, можно так сказать. Но так как солнце не перемещается ровно 1 градус, немножко меньше, поэтому за 4 года, ну, за 3 года, грубо говоря, на 4-й год собирается, куда-то деть нужно было вот эти часы. И поэтому установили 29 февраля. Он не является плохим, это просто, опять же, какие-то приметы, какие-то поверья. Но опять, кто верит в это, тот это будет ощущать. Кто не верит, кто уверен в себе, в своих силах, он не почувствует, что это высокосный или это не высокосный год. Между прочим, год, когда лучше действительно не выходить замуж, именно когда высокосный, когда год тигра. А почему? Потому что создается в год агрессивности. Либо год быка, ой, вы знаете, либо год дракона. Дійсно, да? Працює, вам хочу сказати. Так. Да-да-да. Рік тигра саме. Тигра, дракона, да. Далі продовжуємо. Дракона і бука. А, дракон – це я. Нічого страшного. Комбо! Дракон – це просто дуже сильне животное, яке говорить о том, що ви наділені определенною силою, сила щось отримати. Но сила буває як созидательна, так і розрушительна. Тому все залежить від того, чим я наповнена, якими емоціями – созидательними або розрушительними.
Я навіть не знаю, що це. Гарна вийшла пауза, так. Продовжимо. Тобто тут можна не звертати увагу на те, що це високосне чи не високосне. Діло в тому, що миш, ну, криса, можна так сказати, це дуже сімейне животне. Тобто вона заботиться о своєму очагі, поэтому тобто, якщо... одружуватись можна? Можна, так, да, согласна. Можна. Так, добре, з цим розібралися. Далі. Далі у мене таке запитання. Можна я запитаю? Да, будь ласка, будь ласка. Взагалі, який цей рік у 2020 буде для різних знаків зодіаку? Для кого він буде класним, а для кого так... Не дуже. Угу. Значит, смотрите, у нас есть планеты, которые очень медленно двигаются, они куда-то перемещаются. И вот я немножко остановлюсь на этих планетах. Есть планета Сатурн, она планета трудностей, какой-то ответственный период у людей начинается. Она продолжает двигаться по Козерогу, указывает на то, что Козероги, которые рожденные в третьей декаде, а третья декада – это ближе к Водолеям. Это вот как раз сейчас наступил период уже Водолея, да, Солнышко вошло в Водолея. Поэтому приблизительно Козероги, рожденные с 10 по, ну, грубо говоря, 20 января, они будут испытывать определенные трудности. Но мы должны понимать, что трудности, если кто-то что-то начал, это значит, надо просто потерпеть, подождать, двигаться все равно. Но если трудности связаны с тем, что человек уже засахарился, он занимается старым делом, он ничего не обновлялся, то, соответственно, у него будут хорошие, большие разрушения. Ну, как хорошие, я имею в виду крупные разрушения. Вот, поэтому козерожки, конечно, они будут ощущать немножко такое, вот, можно так сказать, напряжение. Но в конце 2019 года планета Юпитер, планета удачи, расширения и везения зашла в Козерога. Поэтому начальные козероги, которые испытали давление Сатурна вот эти два года, которые мы проживали с Сатурном, поэтому все козерога колбасило, можно так сказать, они начнут испытывать определенные возможности. Но всегда трудности мы ощущаем. А возможности мы их можем просто не увидеть, не заметить. Возможности очень часто приходят символически, ты даже не понимаешь, что это возможность. Просто тебе подарили книгу, ты просто летел в самолете, взял журнал и почитал, и оказывается, какая-то ячейка в какой-то стране как раз свободная, и именно ты об этом хорошо знаешь и можешь заявить. Сколько я встречала, сталкивалась с такими людьми, которые просто летели в самолете, либо познакомились с кем-то, либо прочитали что-то, возвращаются едут в то місце і становиться мільйонерами. Ой, класно. Так, це як мені сподобалося слово. Козерожки, от. Це дуже класно. Да, у мене тато козерог, треба так, подумати. Ну, з козерогом ми розібралися. В принципі, у нас дуже багато інших знаків зодіаку. Да, да. Буде трудно овнам. Овнам буде дуже трудно, тому що планета іскушення, іскусительниця така у нас є, Ліліт. Вона буде двигатися 9 місяців по знаку зодіака Овен. Це указує на те, що всі найхудші качества овни переживуть. Вони будуть вспыльчивые, они будут эгоистичны, они будут совершать очень много ошибок. Так, но... терпение, ты треба не связываться с овнами. Да. Но дело в том, что у нас у всех, не только у овнов, есть этот знак зодиака, который связан с какой-то определенной сферой. Допустим, у меня он связан с 12-й, у кого-то с 6-й, у кого-то там 7-й. И каждая сфера несет какую-то информацию. Это указывает на то, что каждый из нас, все будут переживать искушения, интриги, сплетни, какие-то трудности в каждой в своей сфере. Кто-то будет разводиться, кто-то будет, допустим, очень сильно ругаться, кто-то теряет работу, кто-то получит сплетни, либо кто-то поучаствует в этом. Ну, то есть очень много нехороших событий может из-за того, что Лилит в Овне, ну, как бы создаться вокруг нас. Поэтому нужно терпеть и больше молчать. Молчание – золото. І так далі... у нас по знаку зодіака. Ні, почекай. І далі просто в тиші проходить у нас прямий ефір. Щоб не було. Я риба. Я тоже рыба. О, чудо, у нас добре все буде в цьому році? Да, у нас добре, потому что сейчас Юпитер идет по Козерогу, а Козерог вместе с рыбами, они считаются сродная стихия, то есть земля и вода очень гармоничны, поэтому Юпитер будет давать хороший аспект ко всем рыбам. Звичайно, ви для себе, як для риб, знаете, підшаманили, там у вас все добре. Да, все добре буде. Так, а у мене, я взагалі не знаю, у мене 22 жовтня, день народження, я взагалі не розумію, чи я Терези, чи я Скорпіон? Нет, еще Терези, потому что 23 жовтня наступает только Скорпион, а до этого последние градусы Весов. Весы тоже будут испытывать определенные трудности, но все зависит от нашей стойкости, можно сказать. Ну и самое главное, это поддержки, если есть рядом очень сильное плечо. Я зрозумію, вигрібати доведеться нам. Конечно.
Підтримка є. Так, це хорошо, тому що у риб буде все хорошо, у вісов буде якісь я буду думати, що я скорпіон. І буде все класно. Так зручно, слухай, так потихо. Як зміниться медична сфера після другого етапу реформи, запитаємо у астрологів. Мені здається, вони краще знають, аніж навіть влада. Так, я сказати, що... Звісно. Давайте далі поділу. Я відвідую на ваші любові вопроси. Просто поняла, знаю відповідь на будь-яке запитання. Можете сказати? Та, може. Так, звісно, я просто дуже вкратце скажу. Діло в тому, що по Козірогу, а Козірог – це знак структури, а структура – це все, це і медицина структура, это и власть структура, это семья структура, и тело структура, и школы структура. То есть любое предприятие – это есть структура. И сейчас по этому знаку идут очень тяжелые планеты. Планета Плутон, она уже идет с 2004 года и говорит о трансформациях любой структуры, как тело, так и там, медицинское, неважно, какое, какую сферу деятельности мы возьмем. Самое главное, мы должны понять, что Плутон хочет обновления, а Сатурн говорит «освобождайся от старого». Поэтому вот эти реформы, может быть, люди и не хотят, но они действительно что-то принесут и обязательно хорошее. Так, поняло. Я бачу, що ви прийшли не самі, щось принесли. Там дуже цікаво. Календар. Календар. Що там? Що мені там на посівочний схоже, знаєте, такі, ага. Ті, хто на дачі їздять. Там якісь розрахунки певні у вас є на папірці, так? Да. Тобто ви підготувалися? Звісно, я підготувалася. Ну хіба можна то все запам'ятати одразу? Ні, діло в тому, що якщо буде цікаво розказати о періодах, які благоприятні для якихось совершення будь-яких дій, допустимо, бракосочетання, коли робити, коли не робити, коли-либо, допустимо, які-либо бізнес-проекти починати, коли не починати. Оця тема, перша тема, про подружні там, відносини. Да. Давайте про це поговоримо більш конкретно. Конкретно буде цікаво. 2020 дата всім подобається. Всі будуть намагатися в будь-який місяць обрати собі або 20 число, або 22. Ну, хто вже встиг, 0, ще буде 02 у нас, наскільки я розумію. Ага. Взагалі класно, по-моєму. 20, 02, 20, 20. Непогано. Заплутатись можна. Ні, точно. Чоловіки точно запам'ятають, знаєш? От ось про такі от нюанси. Отже, в якій із цих дат, коли більш-менш підходить? Бо знову таки, якщо у нас же люди як звикли, дивитися треба на те, чи є піст, чи немає. Да, за астрологією, потім далі там місяці він піднімається, чи спадає щось таке, я наскільки знаю. Потім є якісь певні дні, коли не треба. Коли все-таки можна? Бо так півроку взагалі нічого. Да, вот смотрите, если мы берем бракосочетание, то у нас в этом году Венера будет находиться в ретродвижении. Ретро – это значит, она будет назад двигаться. И если пара вступает в союз, именно когда Венера в ретродвижении, то, естественно, записывается рождение семьи с какими-то задолженностями. И семья будет очень сложной. Сложно проживать. Ну, то есть у них больше будет нагрузка решения кармических долгов. Конечно же, лучше исключить периоды постов. Почему? Потому что, ну, так нашим христианством придумано, не просто так. То есть это как бы пост говорит о какой-то подготовленности. То есть человек должен подготовиться, очиститься, освободиться и вступить в чистые отношения, можно сказать. Потому что мы же хотим все, чтобы детки были здоровы. Поэтому вот Венера будет находиться с 13.05 по 25.06 в ретроградном движении. Это указывает период, когда мы не начинаем каких-либо инвестиций, то есть, допустим, проекты, куда мы хотим вложить денежки, либо же бракосочетание не рекомендуется. Все остальное время можно. Значит, когда лучше вступать в брак? Лучше вступать в брак, когда Луна растущая. Почему? Чтобы в семье все было, размножалось, полные закрома, чтобы был прирост, развитие было. Если на убывающей Луне, конечно, это ущербная Луна, и это считается, что на убывающей Луне семья будет ущербна, то есть, ну, нежелательно. Это вот как мы такой второй пункт. Следующий пункт. Очень хорошо вступать в брак, если это будет 12-й лунный день. 12-й лунный день связан с днем любви. Любви, благодарности. В этот день очень хорошо совершать благотворительность, потому что возвращается все старицей. Также очень хорошо совершать бракосочетание в 17-й лунный день. Это день очень энергетически большой силы, потому что Луна как раз, она стоит как раз полная, и в семье будет полная чаша. Точно так же, как переезд в новую квартиру. Ближе к полнолунию это совершается, чтобы опять же в доме была полная чаша.
очень хорошо совершать бракосочетание не в субботу, потому что суббота – это день Сатурна. Сатурн – это планета обязательства. Да? Да, правильно, мы как бы все вступали практически по субботам. Но о чем это говорит? О том, что мы должны друг другу. И мы должны понимать, что когда мы вступаем в брак, мы берем ответственность друг за друга. Мы должны помочь развить те качества в друг друге, которым нам действительно не хватает. Если у кого-то есть мягкость, нежность и доброта, то вторая сторона будет обязательно жесткой. И в той стороне, которая хочет мягкости от мужа, нет смысла ждать какой-то мягкости. Почему? Потому что мы должны дополнять друг друга. Поэтому в пятницу день Венеры, и очень хорошо выходить замуж именно в день Венеры. Но также я тихонько есть... слухаю, вы так чітко все розповідаєте. Просто я записую, слухаю. Мягкості, да, хтось буде такий більш суворий, хтось більш ніжний, це точно. У мене питання трохи іншого характеру. Значить, 12 чи 17 значить, місячний день, правильно? Щоб не було посту, щоб не була субота. До 25 значить, червня не можна. Взагалі дні такі існують в році, коли це можливо. Так, звісно, є. І тут ще саме цікаве. Ти хочеш почути якийсь день просто, да? Ні, я погуглю потім, все нормально. Окреме число, яке можна. Діло в тому, що найінтересніше зв'язано потім, заключається потім. Тому що, коли підбирає астролог, він підбирає по небу, що відбувається в небі, щоб були благоприятні аспекти, іменно такі, які ми всі знаємо, загуглим і увидимо. Но коли ми хочемо дійсно вступити в брак, і щоб цей брак відповідав нашим ожиданням, то, конечно же, астролог начинает смотреть и подбирать именно не только день, но и время, когда это лучше сделать. А так как у нас в Чернигове есть брак за полтора часа, да, мы... Нет, за полторы суток, да, по-моему? Нет, там за добу, но там есть нюансы. Можете за півтори години вкластися. То вы приходите, швиденько ставите підпис, там, по келиху шампанського випили, вас привітали. То не обов'язкова процедура, да. Почему очень хорошо именно обратиться к астрологу те, кто хотят вступить в брак? Потому что записывается программа как день рождения. Получается, ребенок рождается, а это ребенок, связанный с семьей, то есть рождение ребенка как семьи. И для того, чтобы она была полноценна, и семья вот эта, да, и чтобы семья смогла достичь любых целей, нам, астрологам, нужно высчитать так, чтобы первый дом, дом вашей деятельности, то, к чему вы придете, да, то, к чему вы стремитесь, как вы будете стремиться там, договариваться, либо как вы будете строить свою деятельность, либо будете создавать деток, чтобы он был силен. Десятая сфера вот вашей семейные карты, это к чему вы достигнете. А четвертая сфера говорит, какой результат будет в вашей семье. Поэтому здесь не только день, здесь еще и время очень важно. Может быть на час раньше, на час позже, и оказаться уже все по-другому. И поэтому и получается, вроде бы мы женимся в один день, в период високосного года, но кто-то сохраняет брак, а кто-то не сохраняет. Понятно, да? У мене зараз таке відчуття. Тут я думаю, знаєте, що багато залежить від характерів. Да. Знаєте, хтось може зберегти ці стосунки, тому що хтось мудріший, а хтось не може зберегти ці стосунки, тому що... Да. Мені здається, що це взагалі на першому місці, а потім вже далі не стоїть. Можливо, трошки скептично до цього ставлюся, там числа якісь вираховувати, таке інше. Ти так підглядаєш мої записи, наче це, знаєш, на уроці до шпаргалки. Так, треба переписати. Але ти, Діма, звернись до астролога. От, пані, да, діло в тому, що ми всі повинні розуміти, о том, що може бути стопроцентна совмістимість, але люди можуть не жити по той причині, що їм скучно. Понимаете как? Угу. Но когда в семье, в паре присутствует несовместимость, а несовместимость это не значит плохо. Угу. Несовместимость это что мы разные, и мы дополняем друг друга. Вот именно эта семья, которая несовместима, сколько там процентов, допустим, даже 99% может сохранить брак. Мало того, они могут достигнуть больше, чем та семья, которая совместима. Поэтому, в общем-то, можно никому не обращаться, нужно просто понимать ценности, нужно ценить друг друга, уважать, любить, заботиться, в каких-то трудных моментах помогать друг другу, понимая о том, что мы можем быть разные по возрасту, у нас периоды трудностей и возможностей разные. Але якщо ви забобонні, ви хочете, щоб все було добре і там і на космічному рівні, то треба йти до астропсихолога. Правильно я забув, як воно називається? Астропсихолога. Астропсихолога, да. Правильно, так. Абсолютно точно. У мене ще питання, чи будь-хто може навчитися астрології взагалі? І наскільки це довгий період, хоча б як на мінімальному такому рівні? І як рівні? Ви взагалі дійшли до того? Скільки років ви йшли до того, щоб, Я вже 10 років в астрології, вже дуже давно.
сделала натальную карту когда-то для себя у своего учителя. Мне очень понравилось. А потом он приехал в Чернигов и предложил обучаться. И мы собрали 6 человек группу и обучились. Это было в 2011 году. Вот. Но до этого я уже увлекалась. Это астрология с детства, можно так сказать. Вот. Достаточно было, ну, надо хотя бы год, это минимум, для того, чтобы пройти курс натальной астрологии, чтобы разобраться в планетах, в знаках, в домах, а потом пройти хотя бы курс транзитной, то есть что с тобой будет происходить, то есть что тебе ждать, что сейчас происходит и почему, и сколько это будет времени. То есть астрология что дает? Она дает то, что ты понимаешь, что это не на постоянно, это временно. И когда ты понимаешь, что еще осталось там полгода потерпеть, ты терпишь, потому что ты знаешь, что ровно полгода. А потом ты понимаешь, что уже прошло 8 месяцев, а ты уже в другом состоянии, и ты уже совсем забыл, что было полгода когда-то. Гарантию того, что все сдійсниться, то, что вы сказала, вы даете? Клиенты. Конечно. Очень много пишут, очень много отзывов. Пишут о том, что даже числа бывает, угадываешь. Ну, как бы угадываешь. Просто планеты, они двигаются, и другой раз просто на это все смотришь и понимаешь о том, что не мы управляем судьбой, а какие-то планетки, да, управляют нашей судьбой. Но, по сути, мы можем управлять тоже планетами, если мы обретаем лучшее качество. То есть вот состояние благородства — это самое главное качество, благодаря которому планета не подвластны над нами. Як часто до вас звертаються, наприклад, жінки, які там, ну, одружилися, наприклад, вийшли заміж, точніше, і там щось не складається в стосунках з чоловіком, і вона от хоче там, не знаю, це поворожити не можна сказати. Перезавантажити ти хочеш сказати. Так, у вас дізнатися, чи взагалі потрібно з ним далі йти? Чи можливо ні? Значит, смотрите, я всегда говорю потрібно. По той причине, что если пара сошлась, если они живут, неважно, год, два или три, это указывает на то, что они для чего-то нужны друг другу, они должны что-то осознать и понять. Нельзя разводиться самостоятельно. То есть я хочу, а он не хочет. Обоюдно можно? Тогда можно. Если приходит девушка и говорит о том, что я планирую разводиться, и он не против, тогда я говорю, да, у вас этот период, но если вы немножко потерпите, возможно, что-то изменится. Если нет, то если обоюдно, можно. Но если не обоюдно, тогда нужно просто-напросто работать над собой. Но когда они приходят, они говорят, вот он плохой и так далее. Я говорю, посмотри на себя, только тогда можно сказать, что он плохой. По той причине, что все есть зеркало. Мужчины полностью отражают женский внутренний мир. Если женщина любит и уважает себя, мужчина будет эту женщину ценить и любить. Но чтобы женщина любила и уважала себя, конечно же, это проявление заботы, это любовь к себе, можно так сказать. В полной мере, ну, в общем, вона це такий об'ємний вопрос, любов к себе. Все пов'язано. У мене питання, можливо, частково комічне, чи не було у вашій практиці ситуації, коли, ну, пара, яка там збирається розводитися, приходить до вас і говорить, ми тут в поганий день одружилися колись, може ми розведемося іще раз, але вже більш підходячі, не знаю. Складете їм якусь карту, і вони будуть діяти по цій карті. Тоже дуже цікаво, буває таке, приходять пари, обычно приходять, і мужчина завжди боїться. Він сидить і думає, зараз будуть вбивати дві жінки. Жена і психолог. Їдять, да? Треба їсти. Їдять зараз повністю. Я прямо зараз в такій ситуації знаходжуся. Да? Ну, я завжди говорю, нету плохих, хороших людей. Є потребності, які повинні бути удовлетворені. Якщо я буду удовлетворяти тільки мужа потребності, але не говорити о своїх потребностях, я буду опустошена, нещасна, роздражена жінка, яка буде все розрушати і ламати. Тому просто потрібно об'яснити обоїм, або же просто спросити, а ваших потребностях и о второй половинке. Если, допустим, к примеру, женщина не знает о потребностях по причине того, что мужчина думает, что она должна догадаться, допустим, то очень часто потом, когда они уходят, они больше не возвращаются, потому что мой принцип, не чтобы люди, ну, пара приходила не постоянно, а пришла, что-то осознала и изменила свою жизнь. То есть это очень важно. Есть коррекция. Если, допустим, пара вступила в брак и что-то не складывается, можно повенчаться и тоже выбрать дату. Але дехто уникає, власне кажучи, цього вінчання, тому що це шалена відповідальність, велика відповідальність. Большая. Я 100% согласна. Така шлюбна відповідальність, почекай. Ну, ні, це також відповідальність, але тут і ти відповідаєш уже і перед Богом, тобто за все те, що ти робиш. Да, согласна, но здесь є один нюанс. То есть от того, що ми не вінчені, ми теж грішимо. Є прелюбодіяння і є... Как я вінчена.
не дивіться на мене так. Вот, поэтому, так. Понимаете, как, дело в том, что вся проблема в том, что когда нас родители крестят, вот нас покрестили, и ребенок получает защиту, покровительство от эгрегора нашего христианства, да, то как только мы покрестились, мы сразу должны не преследовать, а придерживаться канонов христианства. А эти каноны связаны с тем, что пара должна венчаться. И от того, что женщина и мужчина не повенчаются, они не уходят от ответственности в любом случае. Они просто больше, на один грех больше у них получается. Угу. Понимаете, как? Так, тут у нас, по-моему, записано, знаете, как высшая математика такая, да? В таком разумении. Оці все графики, цікаві истории. Трошечки хотелось бы поговорить про Академию жіночої досконалості вашу, Афродіта. От кожна жінка хоче бути бездоганною, ідеальною для свого чоловіка. Як цього досягнути, власне кажучи? Прийти просто до вас, і ви розкажете все на семінарах? Да, самое главное, чтобы женщина понимала, что от того, что она прослушает тренинг один, или где-то в интернете, или у нас, или пройдет, там, к примеру, какой-то курс обучающий у нас, или же, опять же говорю, в интернете, это не значит, что женщина поменяется очень быстро. Это настолько кропотливый и длинный процесс, я бы сказала, что это процесс длиною в жизнь. Поэтому женщина, почему? Потому что женщина, она с каждым годом, она становится старше, и появляются морщинки, поэтому ей нужно больше следить за собой, ей больше нужно внимания уделять себе. Поэтому внешнее совершенство и внутреннее совершенство – это просто образ жизни, и с этим нужно смириться. Ну, еще, знаете, існує такий варіант. Одна жінка дуже така гарна, знаєте, і фігура, і обличчя, і все інше, а інша проста, звичайна, але там за нею кавалери бігають, а у цієї нічого немає. Таке також існує. Да, здесь все зависит от самой женщины. В первую очередь, что ей передал род. Если она энергетически сильная, то она может быть внешне обыкновенна, но она будет притягивать мужчин, мужчины будут просто виться вокруг нее. Но если женщина холодная, опустошенная, или холодная, это значит, вот сердце холодное, то есть она злая, потому что она раздражена, потому что что-то не так происходило в жизни, возможно, с детства. То треба зігріти, втягнути, тепліше, я не знаю. Дело в том, что там, где женщина не смогла раскрыть свое сердце, туда, как знаете, как манная будет сыпаться, все равно она не наполнится по той причине, что она и не умеет наполняться. Самое главное – это состояние женщины постоянно быть удовлетворенной. Когда женщина постоянно удовлетворенная, когда она реализованная, когда она востребованная в обществе, когда ее любят в семье, она наполненная, она готова давать своим родным и близким и готова раздавать всему миру. Это самое главное. Но если женщина неудовлетворенная, холодная королева, а холодные королевы почему? Потому что они полностью уходят в бизнес, понимаете, как в карьеру. А карьера – это мужчины, поэтому они становятся холодными, потому что они не настоящие становятся. И поэтому она может хорошо, ну, красиво себя за собой ухаживать, украшать, но мужчинам нравится, они могут здороваться за ручку, вот так вот, даже вот мне многие рассказывали, барышни говорят, почему со мной мужчины здороваются за руку? Я говорю, потому что они чувствуют в тебе суперника. Так, дівчата, я вас буду перебивати, бо ви будете до ранку говорити про це. І, в принципі, ми раніше з вами говорили про те, що іноді варто знімати все ж таки корону і відкладати її на полицю. Да, коли приходиш домой. Так, чудово. Як підсумок, значить, о 23:42 сьогодні загадуємо бажання, підбираємо гарні дати, правильно, можна звернутися до вас, якщо що, допоможете. Звісно. І всім жінкам, дівчатам бажаємо цієї внутрішньої гармонії, якщо щось десь не виходить, то знову таки. І знімати корону. Да, ви знаєте, куди звернутися. Це у нас була Алла Антонова, астропсихолог, засновниця Академії жіночої досконалості Афродіта. Дякуємо вам, приходьте до нас іще, дуже цікаво, правда. Дякую. З вами завжди невимушена така, знаєте, атмосфера і невимушений такий діалог. Дуже приємно.